Всем доброго дня! Дмитрий недавно получил подарок от меня на сумму 14 тысяч рублей. В конце ролика в правом верхнем углу я размещу ролик о том, как выглядит первая часть этого подарка. Дмитрий у меня проходил как клиент только по подарочным программам. Он извлек даже определенную прибыль, если интересно, можете все посмотреть. И внизу в описании к ролику я скину отзывы клиентов. И также я скину занятия по цигун и отзывы клиентов по цигун. Почему? Да потому что Дмитрий выиграл еще 3 месяца подарочных занятий по цигун. Он прекрасно понимает, что такое цигун. Он сам в свое время был тренером по ушу, и у него была своя федерация по ушу. Поэтому он, я думаю, уже оценит этот подарок. На самом деле, я думаю, что ты оценил. Можешь пару слов сказать по занятиям? Ты же уже проходил у нас. Тоже, кстати говоря, на подарочных занятиях. Дмитрий у меня все подарки забирает. Да. Был на занятиях по цигун. На самом деле, очень сильно прокачивает все каналы, которые есть. Вот, название их сейчас не буду, да, говорить. Но результативность, ну, она прям бьет рекорды. То есть в день, когда это делаю, день проходит совершенно другой волне, и результаты в плане, опять же, финансовой стороны, они очень-очень-очень такие хорошие. И, ну и, в принципе, дальше неделя вся идет просто на другой волне, что жду следующего занятия. Ну да, спасибо большое, Дима, за отзыв. И кому интересно узнать, каким образом Дмитрий получил от меня подарки на 14 тысяч рублей, также внизу в описании к ролику я скину с разрешения Дмитрия номер телефона, пожалуйста, кому интересно, пишите на WhatsApp. Куда у тебя еще подключен телефон? Телеграм? Все мессенджеры. Вайбер? Да, все мессенджеры. Все, Дмитрий, спасибо большое за отзыв. Желаю хорошего дня, максимального получения подарков от жизни. Удачи, счастливо, пока-пока. Счастливо, Борис, счастливо, хорошего дня. Да, давай, на связь.